Для участия в акции абонентам «Энергосбыт Плюс» необходимо было погасить задолженность в случае ее наличия, а также оплатить квитанцию за ноябрь и декабрь до конца года. Эти условия выполнил 20 771 житель региона. Общая сумма платежей по текущим счетам и погашенной за период акции задолженности составила 24 093 тысячи рублей. Я хочу поблагодарить всех наших клиентов, которые приняли участие в этой акции. Вот они все являются предельно добросовестными. На сегодняшний день наш филиал обслуживает более 350 тысяч клиентов в Владимирской области. И мне очень приятно, что большинство наших клиентов являются добросовестными и ответственными потребителями, которые добросовестно и своевременно оплачивают наши квитанции. Отмечу, в этом году призовой фонд «Энергосбыт Плюс» увеличил. Если раньше призы забирали порядка 160 человек, то в этом году количество счастливчиков составило 193. Победителей акции «В Новый год без долгов» выбрали случайным образом с помощью программы рандомайзера. Мы сейчас все эти лицевые счета закрыли специальную программу. И совершенно независимым от нас образом рандомно эти лицевые счета определяет программа, и все те адреса, эти счета, которые здесь появляются, соответственно, они становятся обладателями сертификатов. Призы уйдут абонентам «Энергосбыта» во Владимир, Ковров, Кольчугино, Киржач и другие города присутствия компании. Всего 10 муниципалитетов. Победители акции получат сертификаты на покупку бытовой техники и электроники на сумму от 500 до 3000 рублей. Их о выигрыше оповестят по телефону и уточнят, в какой точке удобнее будет забрать сертификат. Лада Кочетова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».